называется Саманный. Тут жил милиционер, он жил в городе, у него там две квартиры, говорит, две дачи. А тут он к сыну прилепился. А потом уже после его смерти мы это все, это наша стала. Жена приезжала, продала. И он пчелы, посмотри куда. Отдушина, а там подпола нету. И они там устраивают. Вчера тут матушке говорю, а что вы поставили пчелам-то? Поставили, дождь идет, какая пчела, она что глупее вас? Ты поставила колодку настоящую, литок прямо вплотную. И они бы туда садились, и чтобы там с медом было. Они по-своему делают, ничего и нету. Я даже не пчеловод, понимаю, что так не заманишь. А хорошая была бы колодка, да с медом-то. И пчелы сюда перешли бы, потом перенесла к себе на пасеку. Уходим. Смотри. Вот вчера приехал Сергей Павлович. Это человек из группы, которая ходила на север Благовещенки. Мы приехали. А здесь у него всегда была остановка с собаками. И оказалось, что вот этих воротцев, такие же они были, вот рабицы. Рабицы, смотри, я стану получше. Ну, по 2 метра. Рабицы сейчас обтянули вокруг. Там большая жертва. Вчера мы сделали воротца. Пришли, воротцев нету. Я по всей деревне, может, кто подумал, что заброшенное взяли. Может, ради смеха ребятишки нигде не нашли. Ну, не нашли. Ну, дальше что? Дальше вот эту-то жертву подтяни. Зачем ты убрал ее туда? Она щель закрывает, не дает им возможности рыть. Я туда положил железо, они не разроют. Они разроют? Ну, хорошо. Нет. Вот они где. Вот за ним я ухожу. Вот он верный. Вот он где. Пришел. А это... Той руку-то захватил меня. Это ураган. И вот вчера здесь все прочистили. Такие ворота сделали. Но у них там темно, где он их закрывает. И посмотри, мы что сделали. Вот это. Сережа, зайди туда, чтобы тебе видно было там с ним. Через решетку глянь. А, мне туда зайти? Да, покажи. Давай сюда. Вот отсюда покажешь этот дом. Вот. Смотри, мы что сделали здесь. О! Прорезали. Это стена тут поселился тогда был. Свояк потеряем. Стены, видите, как солому набил. Стены двумя зашило. И потолок такой же он на солома. И тут у него была зиму корова. Вон. А мы это вырезали, он Сергей. Собаки-то, ну-ка покажи их морду-то, подойди. Вот Пойдя. Они где. Что ты? Иди ко мне. Что тут? Проезжок. Вот они. Все, пошли. Вот мы вчера тут день протолклись, а ну зато сделали. Тут стоящая ремуха. В прошлом году мы дерево тут валили. Огромное, сломали ограду, где она. Вот она где. Ну вот она, видно, что черемуха еще осталась. А что спрашивать, уже 9 августа. Тут можно будет прийти поесть. А это веранда, большая веранда. Тут много людей, может быть. Мы посмотрели где-то, сразу одновременно 20 человек можно принять. Тут все на малом пространстве, на таком затаренном. Вот, это гостиница. Постоянно 4 койки заправленные. Вот они, уцепились. Им тут просторно, они на солнышке. Вода-то у них есть там? Да. Все, закрываю, потом можно искупаться. Оттуда выйдем и пойдем на сад, на малину сходим. Пойдем. Вот отсюда зайди, покажи. Вот сюда вот. А теперь мы новый сделали все. Столб поставили. Это самому надо было делать. Представьте себе, как это поднимать трудно было столб. Вот теперь электричество пошло вон. И вон столбы, видать, где. Это идет к старой бане, и оттуда закачка насос в огород качает и в лагерь. А чтобы провода не соединялось, между ними вон, видно, где развилку это сделано. Да. Вот, а до этого тут электрики приезжали, чем-то недовольны, вон, усыпились, кто кого тянет. Тут заправлены у нас койки, заниматься можно. Сережа тут был даже все время на компьютере. А тут батюшка вложили, кресты сделали, и Игорь Третьяков. Сами.
Ну, в этот день попробуй на очередь была. Я пошел в постель. Напротив Нина, вот живет, вот у меня Нила, а дальше вон домик, это где Виктор с Тианой, дальше Плотникова, еще дальше Барабаш. И вот здесь все как надо. Спасибо.